банки. Начинаем новый влог. Всем привет. Сходила на капельницу. Муж Захара отвез утром к бабушке. Я сама поехала на капельницу, потом на работу, потому что мне там надо на рынок. Рано-рано утром. Так, это у меня свекла. Купила свеклу. Хочу сварить и просто вареную свеклу кушать. Ой, уронила. Так, это лекарство. Журнал Захару новый взяла. Вот такой вот Лего. Новенький. Он любит их рассматривать. Дальше слюнявчик. Наш, потому что уже все ухайдохался. Он такой самый дешевый. Главное, чтобы здесь была емкость для попадания пищи. А вот что с нашим, смотрите. Такой же только. Вот. Даже он просто порвался, видите. Рассохся, я его выкидываю. Это Захара биолакты. Тут два кефира чисто. Один раз, знаете, девочки, сутки оставались до срока годности, и я вот Захару налила, и он был уже как-то пропащий. Так что... И вот такого плана фрутоняня биолакт. В детском мире это был самый дешевый, поэтому я его взяла. Само не есть. Ну, я потом в банк съездила, вот в начале видео... кадры из банка, мне родители отправили денежку. Ну, Захару самокат то, что купили, вот, это от них подарок. Вот. Такой классный. Вот. Самое удобное, что вот так поворачивается вот так при надавливании в бок. Видите? И когда едешь, он горит. Колесики горят. Я хотела, чтобы у ребенка горели колесики, потому что он маленький, ему это интересно. Ну, не видно, не очень. Нормально. Любимый цвет его. Вот халат на мне, девочки. Вот так выглядит. Папа выбирал, мама говорит. Ну все, у меня такая вот женская-женская фигура. Что поделаешь, гены. Что бы там ни говорили, я считаю, что гены тоже играют свою роль. Надо бы попробовать не ужинать, девочки. Ужинать нельзя. А именно когда вот... То есть у меня до 6, до 5, до 6 есть время еще вот кушать. А потом не кушать. Ой, блин. У нас мыло жидкое, а у нас жидким мылом ручки моет Захарка. На Новый год муж мне такой набор приносил с работы. Здесь у меня бытовая. Господи, еще не открыла, что ли. Захар дома, девочки, видите? Он, по-моему, у нас заболевает, потому что ночью не давал спать. Так, микрофибра. Тряпочка. Воняет, знаете, чем-то. Тут бусинки. Захар, видимо, их уже приметил. Такие бусинки. Бусинки. Так. Вот это средство для мытья посуды Вэлли. Нежные ручки. Оставим антижир. Вот такая. Пенистая. Стеклокерамики. У меня-то аллергия, я астматик. Так. Дальше. Я нашла. Для различных поверхностей. Любые виды ткани, кожу, стекло и другие поверхности. Глубокая очистка не оставляет разводов. Тоже надо проверять, как я буду на дыхание реагировать. И вот и мыло. Вот такое мыло, скажи. Я и мою ручки. Крем, мыло, черника в йогурте. Вот. А это я не знаю, что это. Поддон, может, был. Сейчас босса там 5000. Чистый дом, вот. Да, это просто поддон. Чистый дом. Фирма Грэс. Грэс или Грэс?
Захарка. Хорошо, ребенка не было полдня, и этот, я соскучилась за ним очень. Когда вот так сутками находишься, и начинаешь срываться, кричать на ребеночка уже. Твое мыло. Ветром, что ли, походу, завалило ковер. Девочки, не знаю, не помню, показывала, нет, вчера такие купила. Босоножки себе. Вот такие. Ну, по мне, как немножко большеваты, но это был самый маленький размер. Классные. Захаром сели и целый город проехали в бутик. Ну, в Инстаграме я подписана, чтобы купить за ними, в общем. Так, мне пришла посылка от Оксаночки. Рада не могу. Такой большой пакет. Блин, оторвалась. Так, в закромах батон. Попкорн вот такой вот цветной. Специально маленький взяла, чтобы это... Рыбку хочется. Когда мы попробовали кек, мне понравилось. Но я не знаю, может быть, понравилось, потому что муж готовил. Здесь 776 грамм. Колбаска солями финская. Сейчас попью чай с сосиской в тесте, чтобы таблетку выпить. Маски взяла, потому что совсем ничего нет. В бачок туалетный кинул такое вот средство. И мыло новое, здоровое, кусковое, хвойное. Руки мыть это. Так, ну все. Еще мне надо будет потом купить лекарство. У меня закончилось еще 5 капельниц осталось. Вообще, по-хорошему, капельниц должно быть 20-21 день. Но они почему-то вот десятку назначают, и все. Запахарка не хочешь яблоки есть. Фух, девочки, жарко. Давайте посылку открывать. Я очень ждала. Кто не любит подарки? Мне кажется, все любят подарки, да? Особенно я. С Екатеринбурга. Уйдешь или не уйдешь? А мы будем смотреть. Оп-оп-оп. Оп-оп-оп. Что же самое интересное? Мне очень нравится название этого города. Вы сами знаете почему. Хотя Краснодар, он тоже раньше был назван. Как же он был? Екатеринодар или как он был? Забыла. Тоже связано с Екатеринами. Катюша, привет. Спасибо, спасибо. Я в шоке. Да, дети растут быстро. Вот какой, смотрите, крокет. Боже ж ты мой. Фирма, которую я, ну, давно хотела купить. Еще такие, знаете, есть кроксы, или как они, вот эти резиновые, с дырочками. Вот. 98 размер, все верно. Все верно, с кармашками, такой мягенький, класс. Вот когда пойдем в садик, мы это все будем носить, дай бог, чтобы мы пошли. Костюмчик, смотрите, какой. Красота. 98 размер, серый меланж. Красота. Красота. Так, это у нас штанишки. Спасибо. Самое главное, что они не теплые. Это значит, что мы эти штанишки даже этим летом можем одевать, когда вот разная же бывает погода. Например, дождливая, а в дождливую погоду всегда холодно. Ух ты, ух ты. Смотрите. Класс. Тут, наверное, шортики, да? Футболок у Захара
Мне кажется, все, он одет, пусть носит. Ну, еще я ему куплю шортики, возможно, одни. И этот, и такие, как маечки. Без. Спасибо. Спасибо. 98. Все, да. Все, спасибо. Класс. Кстати, хотела задать вам вопрос. Кто-нибудь стирает? Вот купил новую вещь и сразу в стиральную машину кто-нибудь кидает? Или вы так носите? Потому что я на YouTube смотрю, многие даже постельное белье не стирают. Оксаночка, большое вам спасибо. Спасибо большое, мне так приятно. Классно. Можно гладить вечно, просто. Фирма классная, вообще. Я это оставлю мужу, покажу. Я люблю мужу показывать, вы знаете. Даже бывает, ему ценники показываю, он их редко смотрит. Ну, так вот, желание такое, чтобы он знал, что я лишний раз никуда деньги не деваю. Это творческий беспорядок Захара. Это еще ничего. Она такая прям это. Тут где замочек, так туговато прям. Она не складывается. Вот так, как будто не складывается уже. Конечно, я не знаю тоже, как себя вести, потому что человек отвыкает от какой-то, да, там, доброты. И потом, когда совершенно люди чужие дарят, и у меня ступор вводишься, не знаешь, как это себя вести. У меня шок. Более того, у меня всегда был шок от того, что я всегда даже говорила мужу, как вообще можно смотреть меня и мои влоги. Так что я очень рада, спасибо. Красивые носочки. На самом деле, просто вчера в магазине, когда я босоножки брала, у них не было 50 рублей сдачи. Они сказали, выберите, пожалуйста, носочки. Выбрала они, конечно, не по сезону, не для лета. Но я почему-то такие еще пока не научилась носить, которые вот такие. Брюс лежит. Да что за лапка тут такая? Хочу сказать, что если вот мне будут присылать подписчики, мои зрители, открытки, я буду собирать их, письма. Такая красивая. Написано, что это часовня Александра Невского. Екатеринбург. Так что вот, заведу прям, может быть, отдельно какой-то. Ну, что-то придумаю, буду так вот собирать. Раз я не состоялась как певица, то пусть, может, хоть так. Ой. Да, теперь... С таким здоровьем не попляшешь на сцене. Как я полюбила рыбу. Вот видите, с возрастом все меняется. Мне часто пишут, как я пришла к беременности, как я прошла беременность, как я сейчас живу после беременности. Господи, что мне тут заорало. Мама отличника вещает. Сейчас на паузу, Елена Павловна. Так вот, одно из моих, в общем, рыбу никогда так не любила, он жирок пошел, видите, никогда так не любила, как сейчас. После беременности этот муж у меня куча специй заливает, ну, девочки, я как-то так не это, не очень люблю. Ой, развалилась. Начинает разваливаться, потому что сейчас воду солью. Еще надо еще уметь жарить. Вот так вот. А я когда что-то не готовлю долго, я потом забываю. В общем, муж у меня начинает
всякие специи, хмели, сунели, вот это все. Нет, для меня, для рыбы достаточно, для белой в данном случае рыбы, достаточно только соли и черного перца. Вот он, черный перец. Просто бомба. Она уменьшается в размере. Язык прикусила. Поэтому ее надо как можно больше брать. Я тут еще вот чуть-чуть осталось. Поэтому это побольше надо брать. А муж что-то говорил, хек, она такая, всякая. А мне нравится. Вообще, я заметила, мне нравится белая рыба. Морской язык тоже очень вкусная рыба. Ельку какую-то. Покажи, Захар. Такая. Еще Захарки по мини не было. Такая, по-моему, попадала где-то в киндере сюрпризе или где. Так. Захару борщ налила, потому что бабушка говорит, они такое его не могут заставить там есть, кроме как всяких каш, фруктов, соков. Этот. Я хочу сделать масочку. Выбрала такую, вот что купила сегодня. Это хочу почистить лицо. Подавилась водой, кому сказать. Вода водой. А когда чаем подавишься или соком, это вообще что-то. В общем, здесь йогурт и лимонная кислота. Она не тканевая. Я уже такие 100 лет не делала. Такая желтая. О, пошло. Греет очень. Не знаю, говорю, где моя кисточка. Ой, горит, девочки, пипец. Так что я не знаю. 10-15 минут написано. По идее, можно было руки бы тоже вот так. Потому что купила себе босоножки. Можно постирать теперь более теплую обувь. Пойдем, Захар, суп кушать. Девочки, такая вот у меня красота пришла. Такой цирк, конечно, который могла не прийти. Аппарат стоит 20 тысяч, на который я копила в полжизни. Короче, мне звонит совершенно случайно. Ну, девушка. И спрашивает, вам курьер доставил, ну, доставку? Я же говорю, значит, нет. Ага, я вам перезвоню. Оказывается, он в нашем доме доставил стоматологию, вот эту посылку. Они приняли, вскрыли упаковку. Твою мать, блядь, неужели они не видят, что фамилия это Бешадова? Детский сад. Извинялся сейчас этот. Надеюсь, что все на месте. Так, идет руководство по эксплуатации. Книжечка. Вот такая классная на вот этой, на пружинке, потому что будет удобно вот так просматривать. Это лазерный аппарат. Есть проводок, есть, значит, вот сам аппарат, старт-стоп, вот так вот, смотрите. Я прям это, ну, возмущена, я не люблю, когда мои вещи трогают. Потому что я заказала это. Я, если в таком случае, я бы пошла бы купила. Потому что вот пустой отсек. Вот что здесь было, неизвестно. В таком случае, я говорю, пошла бы купила в магазине. У нас тоже в магазинах медтехники продаются эти аппараты. В общем, так извинялся. Жарко, типа, извините, так вот действует на нас погода. Экспресс-доставка. Гарант пост, хотя я выбирала ДПД, но не суть важна. Тогда зачем вообще этот был выбор, когда заказываешь? Очки Рикта. О, мне такой нравится, он такой гладкий и очень маленький, такой хорошо сидит в руке. Вот. Это, значит, аппарат без электростимуляции. Еще как-то ее называют нейростимуляция. Вот такая классная, класснючая, не
знаю, как ее назвать, ее косметичка. Коробочка где-то с такими мягкими бортиками, материал такой, потому что, чтобы защищать довольно-таки серьезный медицинский аппарат. Меня смущает. Я, конечно, очки сюда буду ложить, но почему здесь пустота? Вот за аппаратом. В общем, я давно о нем мечтала. Вот. Вот видите, аппарат электро, света, магнита, инфракрасной лазерной терапии. Еще есть все вот это, что я перечислила, тире электростимуляции. Он стоит 26 тысяч, он дороже. Ну, я посчитала, что пока стимуляцию нам не надо, так как вообще мне, не знаю, боюсь что-либо дергать. Ну, так можно зацепить. Смотрите, куда-нибудь вот здесь такая штучка есть. Зацепиться, будет висеть. На кухне, и я, пока у меня есть возможность, разбираю. А слезть он со стула не может, бесится там. Очки защитные от лазерного излучения. Вот. Такие вот красивые. Душа. Обалдеть, я все вижу зеленым цветом. Ну как мне идет? Я похожа на мотоциклиста. Я сейчас сделаю фотографии, отправлю мужа, а он подумает, что я купила их. Да. Общение, ну, человеку, с которым я переписывалась, по поводу, все ли в наличии, чтобы спросить, спрашиваю, да, все ли в наличии, потому что, ну, мало ли что вот это вот свободное место в сумочке, что, может быть, там что-то еще лежало. Люди, такие деньги отдаешь, вы не можете свою работу выполнять. Ну так нельзя. Захар коробку нашел. Мой мальчик. Приступать к его работе, к работе с этим аппаратом побаиваюсь после Дарсенвали, естественно. Потихоньку как идет. Если что, как-нибудь расскажу. Или сделаю отдельное видео, или расскажу во влоге о принципе работы с ним. Помогает, не помогает. Вот руку держу, и рукой тяжело держать. Мне кажется, это от остеохондроза, ну, от позвоночника. Ты там ковыряешься. Обожаю смотреть, когда обувь стирается. Такая пена образуется, и прикольно вообще. Что там? Что там? Ой. Если уж так вот говорить по чесноку, да, то у меня вот была энная сумма, на которую деньги на билет в одну сторону в Калининград к родителям. Я не полетела к ним. Я с Захаром. Я купила поэтому себе аппарат. Ну, надеюсь, что хоть как. Главное, чтобы он мне не дал осложнения. Главное, чтобы он хоть мне просто не дал осложнения. Интересное, странное. Я могу не пользоваться, но мне очень приятно и греет мое сердце и мою душу, что, например, у меня этот предмет есть. Это у меня веснушки. Покапала себе оклон.
Уже и то принимаешь, и это. Когда уже? У меня свекровь ходит к одному врачу, такой дядька с характером, в самом же возрасте. И он ей говорит этот, там, шею там трогает, мнет и говорит, фу, говорит, старушенце, фу, рухлядь, кошмар. Как она его терпит, я не знаю.